Авария случилась в полдень рядом со школой на улице Петра Сухова. Молодой мужчина, управляя автомобилем «Лексус», на зебре наехал на 10-летнюю девочку. Пострадавшую водитель посадил в свою машину и уехал. Об этом в ГИБДД сообщил свидетель дорожного происшествия. Полицейские объявили план перехват. Так, а сразу-то почему на место ГИБДД не вызвали? В голове только была одна мысль – оказать помощь. Поскольку больница рядом, я думаю, довезу быстро до больницы, если, не дай бог, что серьезное. Мужчина объяснил, что по дороге в больницу девочка попросила доставить ее домой. Уже туда вызвали скорую помощь. Медики осмотрели ребенка и изначально решили, что госпитализация не нужна. Но позже девочке стало хуже. Сейчас ее обследуют медики. Водителя ждет штраф. В отношении него продолжается проверка. Согласно правил дорожного движения, водитель обязан остановить свое транспортное средство, вызвать скорую помощь пострадавшему и сообщить в ГИБДД. Чего водитель не сделал и в результате нарушил правила дорожного движения. Отметим, за 11 дней января в Барнауле на пешеходных переходах сбили 3 детей. Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов быть внимательными и снижать скорость перед зеброй, а также вблизи школ. А юным пешеходам советуют убедиться в том, что водитель остановился и пропускает их. Елена Макаренко, Александр Антропов. Наши новости.